强，跟着和平欢喜歌声翩然的来到，耶！叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，你看他不比风笑面容。Всем привет, вы на канале Лера Спец, и сегодня я решила снять влог. Мы будем сегодня гулять с Речулькой. Сегодня будет много дивной красоты. Но перед началом этого видео не забудьте подписаться на наш канал и поделиться этим видео. В прошлом я снимала видео на камеру. Там, где мы гуляли, были утки. В общем, словом, красота. Что-то будет из этого. Вон, посмотрите, сколько уток. Это просто что-то. Вон утки. Вот это все утки. Смотрите, как много их. Их там кормят. Мы сейчас приехали на речку. Сейчас мы гуляем на речке. Мы пройдемся в самый туда конец. Вон там лед, тоже утки. Сейчас вам покажу. В общем, словом, красота. Но и я решила снять реакцию собаки на снег. Ой. Знакомство. Ай, куда? Да. Ищи, испугался. А, куда ты? Знакомство. Пошли. Не хочет наш Лещи знакомиться. Вон уточки полетели. Уточки. Собаку я не подпускаю так близко к воде, потому что мало ли вдруг там упадет. Господи, какая красота. Посмотрите, утки куда-то там летают. Вон, посмотрите, сколько уток. Боже, какая красота. Вон собака-то пошла. Господи, какая красота. Там мы еще когда гуляли, вот эта дорожка собла во льду, с полной льда. Я немножко подойду ближе, потому что мне хочется очень, чтобы вы понаблюдали тоже. Кто не может выйти из дома или заболел, посмотрите, насколько красива природа. Я, конечно, такой человек, который не очень любит зиму, но порой природа радует нас. Дарит какие-то свои подарки. Там у нас второй берег. Тут раньше был лед, но он... Вон там еще утки. Ричи в шоке. Сейчас мы идем. Я уже замерзла. Очень много погуляем, пойдем домой. Ричи нельзя к воде так близко. Ну, все, мой маленький. Еще хотела спросить. Ребят, напишите в комментариях, какое следующее видео мне снять. И напишите под этим видео в комментариях какие-нибудь свои вопросы. Я хочу снять видео, ответ-вопрос, челлендж с яйцами. Буду отвечать на ваши вопросы. И найду какого-нибудь друга своего и будем снимать. Так что напишите вопросы, выберу 20 вопросов. Кстати, если будет под этим видео хороший комментарий без матов, или тот, кто захочет видосики, если этот комментарий наберет лайков, то оно попадет в следующее видео. А пока я гуляю, у меня уже просто окоченела рука. Она у меня уже красная, вот такая, а рука. Я уже очень замерзла. Мы сейчас гуляем. Я позже один в варежке. Ну, у меня одна рука варежка. Мы сегодня, кстати, на моем втором канале Лерусик Топчик вышла. Я иду, а утки за нами плывут. Ричи что-то ест. Фу, Ричи, нельзя. Я говорю, нельзя. Я иду, утки за нами плывут. Они преследуют нас. Кстати, в конце этого видео будут выставлены фотки наши с Ричи. Там, где мы пофоткались. Ну, а в конце видео.
Кстати, хочу еще разыграть конкурс на планшет из Китая, на мой старый планшет. Он работает в отличном состоянии, но поскольку у меня уже есть два планшета, мне этот планшет не нужен, его папа заказал из Китая. И, может, сделаю конкурс небольшой. Все, что вам нужно, это будет подписаться на мой канал, поставить лайк и поделиться этим видео. Также зайти в ВК свою страницу и поделиться тоже этим видео в ВК, в Инстаграме, в Одноклассниках, где хотите. И если хотите, можете добавить меня, друзья, в ВК. Ссылка на мой ВК будет в описании под этим видео. Мы уже погуляли вот так вот. Идем туда, как я вам обещала. Ричи, нельзя. Нельзя, тебе говорят. Мы уже пойдем домой, потому что уже очень холодно. Ричи замерз, у меня коченела рука. Так что мы, когда пойдем домой, пройдет 5 минут, а у вас все будет через минутку.